Привет, друзья! Сегодня день защиты черных котов. Кто ты боишься? А мы с вами поедем делать базар и купим им что-нибудь вкусненькое. Если берете двое, хлопчика и девочку, то віддам за 350 одного. Если одного, то за 400. Це китайцы чи що? Це в'єтнамці. Це в'єтнамці. А, в'єтнамці. Да. Ми їх ніколи не держали, а м'ясо вкусне в них. Ну таке саме, як обичну свині, коли їх так само шмалять, як обичну свиню, вони білі. Вони, ну як не чорна кожа, вона так само біла, як обична свиня. А в кімнаті їх можна держати, а? Я не знаю, ну в принципі, от свині, якось вдасться, що держати. Ясно. 350 гривень штучка, може взяти, Ваня? Не хочу я. Чого? Вони ж одну траву. Не хочу. Доброе утро. Здорово, дядя Ваня. Почем кролі? А? Разна ціна. Разні кролі, разна ціна. Як разні? А білий оцей здоровий почем? То самка гуляна. І почем вона? 450. А чорні? Чорні – це самець. Ага. Це самочка не гуляна, це самочка гуляна. Понятно. 350 – це молодіж. Понятно. Все ясно. Ох ти, блін, та й... Да, так, як мої, блін. Ні, мої чуть більше. О, бачиш. Та й нашу тобі тоді кролі. Ну, інтересно, базар же ж. Доброе утро. Жить в прямом ефірі називається. Так, так, так. А почем яблочки? Ви в курсі, да, що ти, от, що треба право на зйомку получати? Это общественное место. Тільки вот вас именно не маю права, согласен. Ну я думаю, що ви не проти. Пожалуйста. Вам же стыдиться нечего, правильно? Абсолютно. Вот. Я только гордиться могу. Вот, вот. И почем яблочки? 15. 15. 15, 10. Да, и те самые маленькие, как самые в прошлый раз, да? Самые наши яблочки, да, да. Угу. Ну, супруга придет, будет брать. Да, пусть приходит, я буду ждать. Доброе утро! Красивый продавец. Сколько штучек? 4. Так. О, хурма по 30 лор. Да, вот, смотри. 60. Ну, будет назад, а то она очень нежная, чтобы не мы вам в коробочку помять. Хорошо, видишь, какой сервис, а? Да. Все есть. Тільки гроші нам. Тільки сказати. А фініки почем? 65. Любой каприз за наші дітки. Доброе утро, сэр. Що ти делаешь? Посмотриш на себя в этом сам. Так, доброе утро. Доброе утро. А почем кукурузная мука? 25 гривен. Хорошо, домашняя. Домашняя, жарена, пахуча, можно покупать. Вот, значит, будем мамалыгу готовить. Крыжавочки. Ух, какие. По-корейски, что ли, заквашены? Морква по 8 гривен. Тут уже вся ця будет без гляда? Да. Приматься. Я кто-нибудь берет без гляда? Сейчас надо стоять. Доброе утро. Добрый, добрый. А персик почем клоновидный? 50 гривен. 50 гривен. Вы их сами выращиваете, чи с питомник? Сами. Сами? Понятно. По 5 гривен капуста, да? Дешевле грибов. Так, ну заедем, возьмем пару сеток, да? Да. Хорошо. Выпустишь пару королев на улицу, там в лес. А есть у меня. Я дивлюсь ваши видео, пришила, бо я вся такая... Да сколько можно, они плодятся быстро, хватит. С тестом, всем говорю, ваши видео. Да? О! Теперь на себя посмотрите. А вы подпишитесь, там пишете комментарии? Не пишете. Не писала. Ну, а чего же вы не пишете? Я буду знать. Они люди заняты, работают. Но... Они посмотрели, получили удовольствие, слава Богу. А это ваши кролики, да?
О, надо и вас, чтобы вы себя посмотрели, там вам покажут. Я вообще-то технолог сама пищевая. А, вы технолог пищевая? Ну и как вам нравится ее блюдо? Да. Вот в ней вот такие, я уже даже и казала людям, допустим, у вас такий вкус, от якби я професійно більше це розумію, от все, ну, як правильно виразитися, до вкусу сьогодні. А ви сочетання вкусу, так? Да? А я пищевотехнікум теж технологічний закінчила. Общественне питання, потім заочно. А це що слава городу герою, да? Тут напротив автостанції. Ні, то був торговий, чи як він? Одеський технікум пищевої промисловості. Так, а я общественне питання. А, ви общественне питання. Понятно. Да, кролики. Кажу, а по чому кролики? 250, 220, як який. Це у вас порода чи вже поміж? Ні, це порода. Порода, да. На тебе посмотрит Міша в інтернеті. Все, вже посмотрит. Наталья, доброе утро. Здравствуйте, соседи. О, Оля, Оля, ну посмотри. О. Подписчикам рецепт ваших фирменных пирожков. Расскажите рецепт. Ну я, допустим, у хлібопечки місю. Ага, ну у мене хлібопечка тісто. Так я, воно там шикарне тісто, звісно, виходить. Руками не вимісиш. А рецепт пам'ятаєте? Ну так, да, рецепт я пам'ятаю, звісно. Ну, який? 250 грам молока, два яйця, туди ложка столова сахара, чайна солі, і 2,5 столові чайні ложечки сухих дрожджей, туди і 2 ложки столові сливочного масла зверху. І це замісюється, як шовковий платочок тісто виходить. Молоко, я сказала молоко, да, 250 грам молока. Да, молока ви сказали. І начинка це просто творог, ну люба начинка. От, друзі, наші замечательные люди діляться своїми рецептами. А яке універсальне. Якщо хоч сладче, добавлю. Ванька. Мене можна обирати. Що таке? А по чому у вас кек? А по чому кек у вас? Кек 78. По чому віники? А по чому у вас? Які вам треба? Гарна сума. Хороший віник, по чому? 45, 15 там віник. Ясно, спасибо. Эта девочка колган привозит, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Колган привозите? Привозим. Ну, заказать можно? Можно. Когда будет? Скоро будет. Ну, когда скоро, скажите, я подойду, обязательно возьму, мне надо. Ну, я не могу сказать, когда точно. Ну, приблизительно. Ну, перед этим Николая на ярмарку. Будет. А скажіть, ми в ту неділю знімали відео і мільком показали жилетки, а люди... Настаєвають водку на ньому. Український женьшень, один із українських женьшень. Це двойна жилеточка, вона стоїть 330 гривень. Така балон, овчинка, покажи, ямовочка, хорошо. На змеєчки, ямовочка. Це мужська, да? Так, чоловіче може бути жіноче, вона стоїть 280 гривень. І овчинка, балон, ямовочка, під... Горлишко стоїть 300 гривень. А отака дитяча? 160 гривень. Ага, бо люди питали, кажуть, чого ви не показали детально, щоб жилетки, бо дуже їм понравилось. Так, мені оставити 4 порції, добре? Добре. Все. Я записав на камеру, так що все. Ага, ви хочете, молодой. Доброе утро, граждане. Хотите попасть в ефір? Не, в ефір точно попадаєш, да? 100%. Да, да, да. Так що, смотрите, обов'язково себе увидите. Я твою передачу дивлюся, що ти знав. Значить, постійно. Як не по рецептам, не каким-то, то взагалі по поїздкам, по автобусу. Да. Я потім по Цуркана спрашиваю, що там з тим автобусом? Він каже, так, я поставлю. Як же ти вин? Ну, що зробити? Пожалуйста, пожалуйста, ви попали... В кадр. В камеру, да? Скрита камера. Ви попали в камеру, в закритую камеру, да? Привет. Доброе утро. Здравствуйте. На кого работаю? На ЦРУ. А что за праздник сегодня?
сільського хозяйства. О, так ми ж теж работники. Ти не маєш. Кого немає, ішачі, як папа Карло, посмотри відео, увидиш. Так я в перчатках. Ти це, і куди на мене викинеш? У Фейсбук чи в Ютуб? В Ютуб. Чи в 100 грам? 100 грам. 100 грам, да. 100 грам, да. Лариса Николаевна, у вас ви як сквозь землю провалюєте. Ваня, 151, мене не треба знімати. Я не знімаю. Вон, гроші жінка дасть, а це я заберу. Типа для учета, Ваня. Що? Що, Лар? Це ні. Ваня, дивися, як буде зібрати. Буду брати, я думаю. Маю ввиду, що кульки вроді би крепкі, а там... А, ну донесу. Скажи нам, по чому м'ясо? М'якоть 140, да? А це? Це по 100. 100, а галяшка? Галяшка по 90, да? Це по 80, 90. Спасибо, це все. А біток по чому? 140. Для якої преси? Для центральної. Даже не сомневаюсь. Я не давав добро. Это общественное место. Вы можете на свой фейс добро не давать, а на это нет вопроса. Пожалуйста, доброе утро. Как? Работа кипит? Вот, это ж хорошо. Вот. Ну, спрашивай цены, Лариса Николаевна. Сухофрукты. Вот, а почем сухофрукты? Не, я мала в виду курага. Курага, финики нема, да? Не, то в магазине. Ага, в магазине. Хорошо, придем в магазин. Хорошо, приходите. Все, все. Да, я знаю. Спрашивай. Вон береза. Да, я березу не пью. Там ми купили ранню абрикосу, а в сусідів пізні абрикоси. В нас цвіте пізно, і в неї є абрикоси, а в нас рання, і в нас нема абрикосу. Я хотіла... Мороз убиває. Ні, попробуйте взяти персикову. Персикова, вона вважається самою абрикосою. Абрикос, так. Ну, на позу вот. А на позу ананас. Скільки він просить? По 40. Ну, дайте один абрикос. А у вас всі дерева по 40, так? І ще що? Все деревья по 40. Вот, пожалуйста, яблочки, червонец, ромба, таганская красавица, груша, поздний осенний. Абрикос ананасный, может, хочешь, Лара? Не, если он рано цветет, не хочешь. Не хочешь, ясно. Малина, дочь Геракова, шелковица крупноплодная. Облепиха алтайская. Боже, чего тут только нет. Так, одну, все? Все, пока. Все, на тут закрываю камеру. Президент, слива президент, может, хочешь, а? Скажите, роза, вот почем? 25. Лора, давай слива президент поздний сорт. Вот. Ну, давай возьмем. Давайте. Это вы меня куда? А у вас за 10 деревен ничего не могу? Не, в Ютуб. Могу. Доброе утро, сэр. Доброе не пропагандируйте сигареты. Туда. Во, какие красавцы. Ох, кто тут звери, широкий ассортимент. Вы продаете, хочешь. Да? Это у нас внутри, да? Ну, да. Смотри, и три цвета. Вот в советское время, как они ценились, какие шапки из них были, да? А поросята просто сказочные. Что, сколько им уже? Третий месяц. Третий месяц? Ну, красота. Уже можно резать их и... Это самое. Почем? Вы же их продаете? Ух ты. Почем? 1300. Ну, то есть нормально цена для такого поросенка. Что ж ты? А внутри почем? 350. 350. Самки, бери, разводь себе там. Не да, надо, хватит мне, я уже наразводился всего, ну, хватит. Лёшку одну можешь взять и припнуть, еще не холодно. Да. Лёшку мы возьмем весной ранее. Внутри еще диетическое мясо. А сейчас зашли весной излучить. А у нас холодный сарай. Они уже не замерзли. А что вы спрятали своих поросят? Как их будут покупать, когда они как в темнице? А?
Чого не в темницу? А по чому ваші поросята? 1300 теж. А це порода, це з душами? Ландраси, що ли? Ландраси, так, віслоухи. От тако ми їх покажемо. О, о, о. Скільки ти фініків береш? Півкіло. У мене руки держали ці саджанці в землі там, так що не хочу. Курага 85. Кураги скільки? Теж півкіло? Кураги теж півкіло. Забрали. По чому? Ізюм це 110. Грам 300. І ще хурми. А, ну, так. Треба коробочку зробити. Так, якщо коробочку зробиш, то взагалі ціни тобі не буде. Умієш ти клієнта прибити? Да, да, ну доставку мне хватит. Киви? Две штучки киви. Серый. А гранат, наверное, маленький. Да? А почем гранат? 65. Угу. Ну и все. Приговор 210. Да. Я вам хочу зробити отак, щоб вас не шевелилося. Ага, спасибо. Сервіс на вищому уровні. Машика буна зіо. А, добре, здрасте. Де твій благовірний? А, на роботі? А, довго буде? Коли буде свободен? Ой, не скоро, після Нового року буде вдома. Після Нового року? Його нема взагалі в Україні. Ну, скажи, щоб мені, коли буде свободен, позвонив, хорошо? Ой, як після Нового року він. Все. 46 Сейчас заправимся и поедем домой. Вот такие у нас цены. Газ 11.65, 95-й 28 гривен, 92-й 27, дизельное топливо 28 гривен. И какой-то Energy 95 28.50. Проезжаем сейчас с другой стороны нашего районного центра. Показывали обычно вам, как из дома ехали, а сейчас показываем вот с заправки едем. Это обратная сторона. Здесь металлолом принимают, да. Разборка. Вот принимают металлолом, разборка машин. Вот куча машин у нас здесь, ремонт машин. Вот, и начинается Захарьевский район уже со стороны, как ехать на Одессу. Такой наш районный центр. Вы просили показать из окна машины. Мы вам показываем. Так выглядят домики в нашей Захарьевке, бывшая Фрунзовка Одесской области. Здесь магазин «Дуэт». Хороший магазин. Да, вот здесь вот у нас шиномонтаж. Один из шиномонтажей. Школа, в которую ходили наши дети. Вот там.
Україночки, пам'ятник Женщини. Пам'ятник уїзду в Захарівку. Дом такой построили у нас. Вот это полиция. Вот районный отдел милиции. Да, милиция. Сейчас у нас тоже полиция. Биржа труда. Да, биржа труда. Или служба будинок праці, или служба занятості, трудоустройства. Ну і от церква наша. З другої сторони. Да, покажемо вам її з другої сторони. Що, Сармат? У нас чай, ринка жде гостинця, да, краса? Ой, красава. Все, давай. Сейчас. Я открою. Чё так пізно на базар? Чё так пізно на базар? Привезли мы вам гостинцев на то вам. На, эй, вот твоя тарелка. Вот, вот, вот твои тарелки свои. На день защиты только чёрных котов, ну и белым. Мы включили всех. А также поздравляем всех с днем работника сельского хозяйства. Пока!